Обратная связь в условиях пандемии. В режиме онлайн в администрации Люберец провели встречу с жителями. Сообщения в социальных сетях и звонки. Горожане могли обратиться любым удобным способом. Благоустройство, транспорт и дороги – основные темы, которые волнуют люберчан. Один из вопросов – мусор возле дома номер 23 на Юбилейной улице. Также жители жалуются на отсутствие освещения и плохую работу лифтов. У нас сегодня управляющая компания за средства, которые мы, жители, оплачиваем в управляющую компанию, проводит влажную уборку. Это согласно графику, который размещен на информационном стенде. Спасибо вам за вопрос. Мы сегодня проанализируем. Буквально вечером мои специалисты управления ЖКХ подъедут, это все проверят. И по результатам проверки будет ряд вопросов к сотрудникам управляющей компании за непредоставление своевременной информации. Продолжает оставаться актуальным вопрос коронавируса и прививок. Люберчане могут вакцинироваться в стационарных отделениях 1 и 2 Люберецкой областной больницы, торговых центрах, МФЦ и клубе «Активное долголетие». У нас заболевших на сегодняшний день 17 928 человек. В больницах, в стационарах сегодня находится 291 человек. На домашнем лечении 3859 человек. Ну и, к сожалению, есть умершие. Это 535 человек. На встрече затронули и транспортную сферу. С 1 августа 2021 года в Московской области запускается пилотный проект о предоставлении льготного проезда некоторым категориям граждан. Многодетные семьи, если имеют социальные карты, то проезд тогда получается бесплатный. Школьники у нас предоставляются льготы по проезду маршрутных такси с 1 по 35 поездки. Это 50% скидки на проезд. И если ребенок ездит больше 36 поездок, то 99%. Все обращения горожан записали в протокол и приняли в работу. Айтадж Чирагова, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.